как? Хорошо. Сразу, да? Давай. Поздравляем тебя с тем, что тебя включили в число участников чемпионата Европы. Когда узнал и как узнал? Скажи. Да, это вот с базы приехал домой, Валерий позвонил мне, сказал, что будь начеку. Ну и все, я даже чемодан не успел разобрать. Ты раньше узнал про мостового Андрея или вот когда тебе позвонили Мельченко? Ну, узнал, когда Валерий позвонил, он сказал просто быть наготове и все. Ну, у тебя, честно, теплилась надежда, что все-таки еще евро на евро сможешь сыграть или уже все? Уже планы какие-то сделал? Ну, наверное, были, когда Федя сломался. Думал, надежда была, да? Была, конечно, да, надежда, что заявит. Ну, когда я уже домой ехал вчера, я уже все, ну, планировал там выходные свои. И уже никакой надежды, соответственно, не было, что поеду, да. Что собирался делать? Да. Ну, как только я увидел звонок начальника команды, ну и сразу понял, что может быть поеду. Как ты собрался? Да я даже, говорю, чемодан не разбирал. Домой зашел, чемодан поставил, поужинал и все.